не будьте как рабы, которые служат Господину на условии получения награды, а только будьте как рабы, которые служат Господину не для получения награды. И пусть будет страх перед небесами на вас. Первое, ну понятно, будьте как рабы. То есть в любом случае, будьте как рабы такие или как рабы такие, но будьте как рабы. Это он говорит, что с Богом надо быть как раб. То есть он, когда выводил евреев из рабства, он говорит, послушайте, вы сейчас здесь рабы, вас уничтожают. Теперь у вас есть выбор быть рабами у меня. Я вас сделаю своими рабами, своими слугами. Раб это эвет, который обязан работать. Он не может, у него нет права работать или не работать. Он просто обязан. Он вывел то поколение, да, он вывел их из Египта и говорит, все, я вам сейчас дам Тору, но вы будете мне рабами. Согласны? Они говорят, на асэ ва нишма, сделаем, потом будем слушать.